А победителем прошлого ролика становится вот этот вот челик. Он получает 16 рубчанских. Отпиши мне ВКонтакте с всеми доказательствами, и ты заберешь свой приз. Ну а чтобы принять участие в следующем ролике, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал, оставить один положительный комментарий. С помощью лайков мы разыграем бабосики. Допустим, если набирается 50 лайков, разыграю 50 рублей, 100 лайков, 100 рублей и так далее. С помощью комментариев мы выбираем рандомного человека, который заберет весь приз. В общем-то, участвуйте, выигрывайте, побеждайте. Ну а мы переходим к ролику. Погнали, парни. Здорово всем, парни, с вами Василько, это UpX, на балансе у нас 710 рубчанских, ссылочка на сайт будет в группе, переходим в группу, подписываемся, ссылки на сайты нажимаем в обсуждениях, и здесь абсолютно все сайты есть ссылки, в том числе и на UpX. Также ссылка будет закреплена в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарий, первый комментарий, ссылочка на данный сайт. Короче, парни, у нас есть 8 режимов, вот, но надо что-то сделать интересное, крутые коэффициенты, вот где крутые коэффициенты? На краше в основном ловят и коэффициенты, ну, блять, я краш вообще не люблю. Ну давайте 20 рублей поставим. Хотя здесь краш такой, ну типа, смотрите, какие икс сюда выпадают. Чё-то. И сейчас опять лететь. Окей, давайте 35 икс попробуем. 30. Все, погнали. Ну я зря так старался, ставил быстро. В итоге сейчас нихуя ничего не получу, как всегда. Ну, блять, а вдруг? А вдруг сейчас будет 35 икс? Мы уже можем забрать 200 рублей. Ну мы дальше топим. Мы дальше топим. Отлично, пацаны. Заебись. 42 икс был. А мы 1390 рублей забрали. Итак, теперь смотрим крутые ставки. Что-то меня здесь нет, нихуя. Ну ладно, хуй с ним. 190 рублей ставим, главное выиграть. Главное выигрыш забрать и все, остальное все. Давайте на красное попробуем. Далее мы пойдем, откроем 10 кейсов по 100 рублей. Посмотрим, может нам повезет, не повезет, не знаю. Но открыть стоит, я думаю, 10 кейсов. Посмотрим, что с этого получится, в общем. Настроение вообще не айс. Потому что, ну, типа, я бабки везде слил. Дизмораль насчет ютуба. Нихуя ничего нету. Но сейчас поднимем, хоть что-то будет. Отлично, красный. Блядь, нихуя ничего не получил. Открываем до того момента, пока что-нибудь да не получим. Или до 1000, ой, до 700 рублей. Вот вилка залетела, нормально. Не люблю я эти кейсы долбить, потому что я знаю, чем это может закончиться. 750 рублей. Неплохо. 1000. Нормально. Додолбил все-таки. Окей, мины давайте. На 5. Попробуем сделать крест. Сука, сказал крест, попробуем сделать. Блять. Крест, сука. Сука. Чуть-чуть оставалось. Вот так и думал, что здесь может сидеть. Давай, ебаный крест, сделаем, сука, и все, и разойдемся. Сейчас вот здесь лет. Нет. 16 икс, пацаны. А чё, неплохо, что ли? 16, блядь, и вот здесь было, смотрите, мы могли, блядь, это как вот на плейке у меня такая же хуйня была, когда я крест собрал, то, что, типа, вот здесь две, здесь все открыты, здесь она была как вот здесь было вот так, а здесь было вот так. Здесь, наоборот, здесь открыл, здесь 4 собрал, здесь, и здесь, все нахуй. Окей, попробуем икс нарисовать. Блять, изи крест, нахуй. Опять 16 икс? Шестьдесят три икс, ебать. Пацаны. Блять. Блять, это так заебись было. Слушайте, это так заебись было. Сейчас вот здесь бы вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик и все, ебать. Ну с чем черт не шутит, как говорится. Я все равно пытаюсь больше сделать икс. Блять, у меня хуёво что-то получается все. Сейчас попробуем охуенный икс сделать. В плане. Блять. Здесь больше шансов, чем на плейке словить, блять, крест этот ебаный. Вроде бы. Кабы. На нахуй, блять, на нахуй, нахуй на, ёпта. 3823 рубля. А последний, блядь, икс этот, 50 тысяч. Вот я бы здесь 4 штуки открыл, смотрите. Нет, вот здесь надо было 4 штуки. Ну, 63 икс, слушайте, это пиздата. Окей, попробуем еще один крест нарисовать. И также пройтись. Ну, только уже я кое-что другое придумал. Не знаю, зайдет, нет, но, блядь, мало шансов того, что это про... Ну,
типа эта хуйня зайдет. Но все-таки попробуем. Блин. Что я хочу сделать? Мы сейчас с вами попробуем. Но я что-то вот сомневаюсь, что это получится. Да-да-да. Надо было вот здесь открыть, здесь, 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 и та же самая хуйня получилась. Пиздец. Пиздец. Все нахуй. 62 рубля ставим. Пам. Пам. Все, блядь. Просто я маленький крестик не мог сделать на 10 бомб. Если на 5 большой получается, то на 10 должен маленький, по сути, получаться. Но нихуя не получается. Потому что вот здесь, вот, вот либо здесь это сливает. Я даже... Вот, окей, 3 вот этих открыл, и до сюда не мог дойти. Хотя доходил здесь до 16 яиц. А если открыть 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, блядь, это 16 яиц, всё, пиздец. В общем-то, парни, подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставлять супер-жи комментарии. С вами был Василько. Это пиздец на самом деле. Еще увидимся. Всем удачи и всем адьос. Удачи, парни.